Вопрос о паспорте, увы, не безразличен. Про ННН на исповеди сейчас того прошают. И разрешать вопрос тот каждый будет лично. И вкатится под кожу, словно шарик. Пока что все предчувствием прикрыто. Подспудно душу страхом давит и гнетет. Во тьме подход, на нем немало рытвин. Так камни на пути множество тянет. Простой народ запуган, зол и темен. Он слеп и наг, пренебрежен попами. Но об огне гиенском все же помнит и знает, многие уже туда попали. И рад бы в рай, да кто ж ему не рад. Хотя об рае столько смутных басен. Об аде походе, об углях все острят. Но ад готовый все же так не ясен. А если бы учили дохлых прихожан, исследовали Библию, любили как сектанты, тогда б лукавый демон в угол не зажал. Как неожиданно день мрака вдруг настанет. Учить учиться сутками у ног Христа, да не отходит книга книг от наших уст. От благовестия живого в жизни не отстань, иначе храм телесный будет пуст. Уже маячит всюду грозный чип и маркирует деток и животных. Молись, крепись, пока он в нас не влип и сотворит навек Христу негодным. Жить свято, жить по слову Иеговы и Духом Божиим ведомым быть достойно. Дни скорби тяжкой встретить бы готовым. Без паники об ННН, о мятежах и войнах. Чему случится быть, того не миновать. Все бывшее, что есть и будущего сроки. Все разнаряжено у Бога. И сгинет смерть и ад. Кто примет знак, тот будет вечно проклят. 7 мая 2009 года.